В 2007 году Виктор Жирнов вышел из дома в поисках работы и пропал. Гражданская жена и все родственники Виктора до сих пор надеются, что он жив, несмотря на то, что с момента пропажи прошло уже 10 лет. Цеплялся за любую работу. Может, думаю, кто вот куда что предложил работу. Может, увезли куда или уехал куда-нибудь. Вот так думаю, не знаю. Зоя Жирнова выглядит спокойной. За 10 лет научилась справляться с собой и сдерживать эмоции. На самом деле, все эти годы у нее бессонные ночи, бесконечные мысли о сыне, ожидание звонка. Я ложусь с этими мыслями, как бы встаю. Ну, жду уж, конечно. Тяжело уж, конечно, вот это все. Человек, когда в неизвестности, мыслит-то постоянно, вот. Где ночует, где что ест. Уходя из дома, Виктор не взял документы. Это тоже осложняет поиски. Обращение в программу «Жди меня» плодов не принесло. От полиции также вестей нет. Вроде говорили, в Казани видели вот как бы его в одно время. Я поехала в Казань, как-то надо было мне там. Я развешивала фотографии даже вот, ну, как смогла уже. Ну, никаких звонков не было. Ну, надеюсь, что он живой, жду, как бы надежда умирает последней. Пока я сама жива уж. Если вы знаете о местонахождении Виктора Жирнова, сообщите нам по номеру 077 или на сотовый номер, который вы видите на экране. Алмаз Кашефрин, Атхарасов, новости НТР.